Павел Малахов. Он будет бороться с представителем Москвы Гаджиевым Магомедом. Тем не менее, на соседнем татами, краем глаза мы видим, как представительница ПФО Самарской области Валентина Костенко побеждает Юлию Кириллову из Челябинска и выходит в полуфинал. Ну, у девочек более скоротечная борьба, меньше народу, хотя тоже достаточно. О, отличный подхват! Что, не оценим? Ну да, обескуражен спортсмен в белом кимоно. Малахов не упал, он, конечно, оценку. Ну что, ребята, у них конкуренция большая на Кавказе, конечно. Там просто так не пройдешь и не попадешь на чемпионат страны. Ну, в принципе, как и все других регионов, существует квота, существуют отборочные соревнования. И, естественно, так, ответная атака. Ответная атака. Малахов делает, дает Юка. Что, оценка есть? Оценка есть? Да. И мы смотрим. На соседнем татами представители Северного Кавказа Ишуркаев проигрывает Лазаре, представитель Москвы. А на соседнем татами идет борьба за выход. Полуфинал между Черепановой Ларисой, ПФО и Пчелинцевой Ариной. Очень серьезные спортсменки, принципиальная встреча. Арина была победительницей Кубка, Лариса чемпионка страны. Собственно говоря, давнишние соперницы очень хорошо друг друга знают. Ну, мы вам подскажем финальный результат. А у нас ведет Павел Малахов. Ведет... Нет, подравнялся Гаджиев. Да, у нас Юка на Юка. Интрига. В общем-то, ну не интрига, так скажем, усеченное время, а схватка началась практически сначала. 3:30 на табло. Работают ребята. Очень хорошо. Смотрим. Что? Отлично. Малахов проводит Тамою Наги. И не оставляя движения, накатывает после его введения из равновесия. Получает оценку Лазаре. Совершенно справедливо. Ну, конечно. Хороший спортсмен. Высокого уровня. Что сейчас, Павел? Пока немножко как бы занял оборонительную стойку. На соседнем татами побеждает москвич, представитель Москвы. Весовой категории до 81 килограмма. А здесь у нас спортсмены борются до 73 килограмм. Второй день наших соревнований, чемпионат страны. Он проходит в Ханты-Мансийске. В уютном, красивом зале. Все очень здорово. Идет борьба. Предварительные поединки. Второй круг. Без утешения. Борется Малахов из Сибири и Гаджиев из Москвы. На соседнем татами у девочек за выход в полуфинал ведет Челинцева Арина. Она атакует, ведет оценку Юка. А у нас две Юки на одно Юка ведет Павел Малахов. Ну что, встреча идет, ребята атакуют, как бы позиционная борьба. Сейчас Малахов отлично выбрал захват, вытягивает руку. Но ошибка Гаджиева, отдает он руку, пытаясь как бы захватить второй захват. Но тем не менее, а Малахов его переигрывает, очень грамотный спортсмен. И на встрече руки при взятии захвата атакует. Ну что, наказано. Да, вот этот позитив Малахова превращается в наказание Гаджиева. Гаджиев получает шида. И преимущество Малахова увеличивается. Хотя вы знаете, по последним правилам, все равно оценка превалирует над наказаниями. Но тем не менее, так, Малахов еще раз Тамой Наги делает прием, который привел его к оценке, к успеху. Так, пытается перейти в Неваза. Удержание работает.
Хорошо. Сейчас будет пытаться освобождать ногу. Да, здорово. Выбрал повод Имано. Немножко надо было накинуть ее, конечно, на лопатку, но тем не менее. Отличное освобождение идет. Правильно развернул таз, но... Ну что, хотелось отметить, что грамотная работа в Неваза делает честь представителю сибирской школы. Ну что, нет, ушел Гаджиев, но тем не менее. Все действия были абсолютно правильные у Малахова. И сейчас остается чуть больше минуты. А на соседнем татами, к сожалению, проигрывает Лариса Черепанова, выигрывает Пчелинцева. Представительница Московской области, Арина Пчелинцева. И выходит дальнейший круг соревнований. Тут у нас пока доминирует Малахов. Каждая схватка непростая. Ошибаться нельзя. Утешение от восьмерки. И так что... А, судья делает замечание тренеру. Потому что по правилам соревнований во время борьбы подсказывать специалистам нельзя. Ну что мы видим? Борьба продолжается на татами 3 и на татами 1. Выходят новые спортсмены. Мы ведем трансляцию, уважаемые друзья, с татами номер 2. А у нас в Ханты-Мансийске на чемпионате страны борется Павел Малахов, неоднократный призер страны, и представитель Москвы Гаджиев. Ну что, Малахов идет, наказан очередным Шида Гаджиев за пассивное ведение борьбы. Арбитр на татами, время меньше 30 секунд. Двадцать четыре секунды на татами. Все, еще одна атака Павла. Переходит опять Неваза, пытается провести освобождение ноги. Ну что хотелось бы сказать. Выставленный, подготовленный спортсмен проводит свою персоналию, так сказать, технических действий. Ну, правильно все. Все верно. Так, ну что, немножко как бы тут больше позиционной борьбы, вы понимаете, уважаемые друзья, потому что, так сказать, игра стоит свеч, спортсмены готовятся, год готовится к этому старту, чемпионату страны, и вот так вот, видите, 1/8 финала, проигрывает Гаджиев, Магомед, ну, конечно, жалко, потому что все спортсмены... В этом виде спорта, очень трудный вид спорта, много трудолюбия требует, внимания. И Гаджиев проигрывает, уступает он Малахову Павлу. А мы ожидаем следующей встречи. Представитель Тищенко Антон. Непонятно откуда, из какого федерального города. Может быть, Крым? И Шилакин Виктор из Дальневосточного федерального округа. Фамилии спортсменов.